сколько я заработал на YouTube за последний год. Расскажу об этом в этом выпуске. Сергей Косенко на связи. И еще я расскажу конкретные кейсы, как люди, которые приходят ко мне на YouTube, зарабатывают деньги на моем трафике. Сколько они зарабатывают, какие кнопки они нажимают, что нужно ставить внутрь подкаста, внутрь каждого интервью, внутрь шортсов, чтобы на этом зарабатывать деньги, далее продавать свои продукты через Telegram, какие существуют воронки. Короче, это будет жирный, конкретный, полезный выпуск для тех, кто хочет заработать на YouTube и в целом зарабатывать на социальных сетях. Поэтому заваривай чаечек, или возьми кока-колку, и поехали. Позволь этому быть, позволь этому стать тем, о чем ты мечтал, о чем ты мечтал. Let it be. Давайте начнем с меня. За последний год у меня купили подкастов 30 человек. 26 подкастов уже опубликованы, и среднее количество просмотров этих платных подкастов 75 тысяч просмотров. Это я не говорю о подкастах с популярными людьми, которые набирают там 400, 500, 600, 700 тысяч просмотров. Это я говорю только о платных подкастах. То есть какие-то подкасты набрали там 30 тысяч просмотров, какие-то набрали 200 тысяч просмотров, 150 тысяч просмотров и так далее. Сколько я на этом заработал, расскажу чуть попозже. Вот, кстати, Ильдар Джарахов, вот тебе тоже. Ты спрашивал, меня писал, а сколько, Серег, сколько подкастов купили, сколько ты заработал? Вот я тебе рассказываю. О, мистер, thank you, thank you! Почему люди покупают подкаст на самом деле? И почему эти подкасты работают? 5 пунктов самых главных. Значит, первое, понятно, да, что это глубина просмотра. То есть, когда ты смотришь Reels, даже если Reels зашел на 1 000 000 просмотров, средняя продолжительность просмотра 7 секунд. Здесь средняя глубина просмотра у меня на подкасте примерно 25 минут. Но кто-то смотрит целый выпуск, кто-то просто через 5 минут закрывает. Тысячи часов, которые люди смотрят тебя, да, и погружаются. Для того, чтобы человек стал твоим фанатом, он должен с тобой соприкоснуться где-то 15 минут в течение года. 15 минут. Это люди, которые становятся фанатами, очень глубоко смотрят подкасты. Это первое, это глубина просмотра. Далее, второе. Я всегда на своих подкастах делаю призыв подписаться, вы, наверное, замечали, да? Я делаю призыв подписаться на телеграм-канал и делаю еще денежный приз. Подписываемся на Кристину и пишем в директ вот это слово. Перейти. Ребята, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка внизу. 3 обучения, 1 iPhone. Итак, розыгрыш. Все, что надо сделать, это подписаться на Сашу. Если вы, например, думаете, знаете, я там, блин, приду к Сереге когда-нибудь, он меня сам позовет без денег. Вы поймите просто, что без денег, ну, оно работает, да, но там нет призывов к действию. Конверсия снижается там в 10, в 20, в 50 раз. Потому что я на протяжении подкаста один раз я делаю call to action там, я стараюсь делать до 20 минуты, да, потому что это увидят почти все. Далее я каждые там 20-30 минут делаю call to action, то есть я говорю, подпишись на телеграм-канал, получи еще приз, просмотри эфиры, прослушай какие-то аудиозаписи и так далее, то есть я это постоянно делаю. Самое время перейти в Инстаграм. Дорогие друзья, смотрите, я на всякий случай еще напоминаю. Телеграм и Инстаграм, вот здесь вот ссылка в описании. Поэтому люди не только смотрят подкаст, да, но они еще и переходят далее в воронку. Вот это вот второй очень важный пункт. Давайте я приведу вам некоторые примеры. Вот начну с Юлии Влиевой, да. Я думаю, что вы ее знаете уже, она на YouTube уже популярна. Юля ко мне пришла даже не год назад, а 1.5 года назад. Она купила мой первый, самый первый подкаст за 5,5, тогда еще он стоил 5,5 миллионов рублей. Она купила, и я такой думаю, блин, стрёмно, какой-то человек за бабки пришел, то есть мне не очень интересно, и сейчас публика, ну, она поймет, аудитория поймет, что это какая-то фигня. Вот этот самый подкаст, смотрите, 707 тысяч просмотров, 27 тысяч лайков, 5,1 тысяча комментариев. Вы можете себе представить? Это, внимание, был первый подкаст Юлии Влиевой на YouTube. Тогда ее вообще никто не знал. То есть я был первым человеком, к которому она пришла. И знаете, я тогда потом с ней разговаривал, она говорит, блин, честно, я просто уже тогда начала тратить деньги на рекламу в сторис и подумала, блин, наверное, YouTube тоже классная площадка, нужно именно увеличить доверие. Ну, Косенко, но это не про меня, он что-то там, какие-то танцы, что-то. Ну, говорит, ну ладно, попробую, ничего страшного, 5,5 миллионов, ну, даже если все плохо, ну, ничего страшного. Я сказала, что, ну, вообще, это не моя целевая аудитория, но для публичности прикольно. 707 тысяч просмотров. Вы можете себе представить? В тот момент, когда она приходила, у нее было, знаете, сколько? 18 тысяч подписчиков в Телеграме. 18 тысяч.
Тогда за месяц стало 40 тысяч подписчиков в Телеграме. Вы можете себе представить, что такое 22 тысячи подписчиков в Телеграме? Что это вообще такое? Сколько на этом можно заработать денег? С 22 тысяч подписчиков, даже если 10% купят, да, это 2200 покупателей, и там со средним чеком 100 тысяч рублей, то есть это уже 22 миллиона рублей. Но Юля заработала гораздо больше. И сейчас я вам раскрою цифры, как она это сделала. Кроме того, что когда ко мне приходят люди, я их вот так раскрываю, что у них 707 тысяч просмотров появляется, да? Кроме этого, Юля, то есть я ей там до подкаста, во время подкаста и после подкаста, я ей говорил про то, что ей пора уже наконец-то генерить контент. Она делала контент только в Телеграме, очень классно продавала, очень круто продавала, но она не делала рилсы, она не выкладывала YouTube, у нее не было YouTube-канала. И тогда, сразу после того, как она купила подкаст, она такая: ой, ладно, Серег, сколько у тебя там наставничество стоит? Тогда оно стоило 5,5 миллионов рублей, она говорит: давай, все, я захожу. И мы с ней встретились на наставничестве два раза. И первый раз, когда мы встретились, я говорю: Юль, смотри, тебе срочно нужно генерить контент, сделай YouTube-канал, и на этом YouTube-канале тебе нужно шоу, в котором к тебе будут приходить гости, и ты будешь доводить их до слез. Я говорю: если будут слезы, будет очень много денег. Она такая: блин, нет, на YouTube-канале все уже занято, психологи, там эти все интервью, подкасты, разные ниши и так далее, все занято. Я говорю: Юль, не говори херню. Все свободно, иди и делай. Она запустила на YouTube шоу «Метод». Вы знаете об этом шоу, наверное. Сейчас у нее 360 тысяч подписчиков у Юлии Вливы на YouTube. Популярные видео набирают 1 миллион 900 тысяч, 700 тысяч, 730, 703, 660, 575. Вы можете себе представить? Это длинные видео, длинные формы видео. Первое появление на YouTube Юлии Вливы было на канале Сергея Косенко. То есть это место, где зажигаются звезды. Добро пожаловать. К чему это привело в деньгах? Итак, когда Юля приходила, у нее было 18 тысяч в Телеграме, 170 тысяч в Инстаграме и не было YouTube. На данный момент у нее 149 тысяч подписчиков в Телеграме, на Ютубе 360 тысяч подписчиков, и в Инстаграме у нее 770 тысяч подписчиков. Неплохо за год? Я считаю, довольно неплохо. Итак, когда она приходила на моем подкасте, она говорила, что она заработала 35 миллионов рублей за месяц. Это был ее просто суперрекорд. После подкаста она выросла в два раза в Телеграме, и она заработала в этот же месяц 70 миллионов рублей. 70 миллионов. Далее она приходит на наставничество, и я ей говорю: смотри, ты гений по монетизации моей аудитории, потому что я не умею так продавать, как ты. Ты просто машина. Да, ты просто машина. Так сконвертить сразу в этот же месяц, заработать 70, это просто жесть. Я говорю: а представь, если у тебя будет не 40 тысяч подписчиков в Телеграме, а 150 тысяч подписчиков в Телеграме. Или 200 тысяч подписчиков в Телеграме. И в Инстаграме будет там не 170, а 700. А если на Ютубе у тебя еще будет, представь, сколько будет денег. И вот она доверилась и сделала самый большой чек в истории инфобизнеса. Она мне заплатила 1 миллион долларов. Сколько? 1 миллион долларов. Да ты что, охуел? За то, чтобы я сделал большую рекламу, сделал Rolls-Royce, подарил подписчикам Rolls-Royce, на нее перешло очень много новой аудитории, мы еще там купили рекламу у блогеров, короче, в итоге Юля стала суперзвездой, все к ней пошли учиться, у нее начали покупать за большие чеки, в тот же самый месяц она заработала 150 миллионов рублей. Пара-бара-пам. На этом можно было бы заканчивать выпуск, но мы только начинаем. Юля стала популярна на всю страну, собирает многотысячные стадионы, огромные, то есть у нее вот это шоу супер популярное на YouTube, ее все знают, ее приглашают на все подкасты, теперь уже бесплатно. И это, кстати, очень заразительно. Всех, кто приходит ко мне на подкасты, далее приглашают уже на конференции, на другие подкасты и так далее. То есть ты вливаешься в эту медийную тусовку. Итак, вот вам первый кейс, что нужно делать. То есть приходишь на подкаст ко мне, покупаешь подкаст, после этого заводишь свой YouTube-канал, выкладываешь туда видео, после этого делаешь в Инстаграме рилсы, с моего уже сразу подкаста конвертируешь людей через свой Телеграм-канал в воронку и зарабатываешь там деньги на том, что продаешь там платные свои продукты. Причем нужно понимать, что люди приходят, представьте, 20 тысяч человек сразу пришло, а потом еще 100 тысяч человек, да? И представьте, что вот это вот все огромный снежный ком, который вот первый вначале купил 1%, потом купил 2%, 3%, 5%, покупает дальше и дальше в воронке продукты. Прикиньте, сколько это денег. Это же жесть. Итак, давайте, следующий. Как еще можно зарабатывать деньги? Потом я приду к нашим пунктам, что внутри подкаста важно ставить, чтобы у тех, кто к тебе приходит, было много денег. Давайте следующее. Александра Рыбакова. Александра Рыбакова — это врач. У нее сейчас 140 тысяч просмотров. Что сделала Саша? В Телеграм-канале она сделала марафон.
Она сделала новый телеграм-канал именно под мою воронку, именно под тех людей, которые пришли с подкаста. Поставили мы ссылку именно на этот марафон. В него пришло за 2 недели 13 тысяч подписчиков. И за 3 дня марафона она сделала на этой новой аудитории 10 миллионов рублей. И за запуск потом сразу сделала больше 10 миллионов еще. То есть 20 миллионов рублей. 20 миллионов рублей. То есть она заплатила, у нее подкаст стоил, по-моему, 6 миллионов рублей для нее. И 20 миллионов она сделала. Почему так произошло? Высокая глубина. Далее я делаю призывы. Телеграм и Инстаграм, вот здесь вот ссылка в описании. Далее очень важно. Моя команда, вот Катя, да, Катя, которая мне это всю смс-ку писала, менеджер по продажам. Кстати, ее контакты будут внизу. Если вы прямо сейчас уже хотите попасть на мой подкаст и понимаете, что это ваш портал в большие деньги, в большие запуски, в медийность, заработать прямо сейчас и после этого зарабатывать еще бесконечно много и еще стать популярным и попасть вот в эту новую тусовку. Если вы это понимаете, прямо сейчас переходите и снизу кнопка, вы можете написать Кате и купить подкаст. И внимание, прямо сейчас супер спецоффер. До этого подкасты стоили 11 миллионов 111 тысяч рублей. Но прямо сейчас для 5 человек я сделаю подкасты за 4 миллиона 777 тысяч рублей. 777 рублей. 5 человек, кто быстрее всех напишет Кате. Кроме подкаста, туда что еще входит? Туда еще входит совместный рилс в коллабе у меня в Инстаграме Сергей Косенко. Туда еще входит 2-3 сторис с отметкой и с отметкой нашего подкаста. Телеграм-пост. Потом порезанные минимум 5 видео из этого подкаста, которые ты сможешь разместить у себя в Инстаграме. И плюс мы эти 5 видео размещаем у себя в шортс и на Инстаграм-канале подкаста. Все вот это вместе для тебя стоит 4 миллиона 777 тысяч рублей. До этого она стоила 11 миллионов. Но только для 5, кто посмотрит этот выпуск раньше и кто пораньше, нажмет снизу на ссылочку «Написать Кате». Поэтому добро пожаловать. Третий пункт, что важно внутри подкастов, это... Следующая за ней воронка продаж. Как мы делаем? Когда вы пишете Кате, она с вами сразу обсуждает: так, какой продукт, давайте мы вам поможем его смонетизировать, мы вам поможем, так, давайте здесь вот такую воронку, давайте здесь сделаем бесплатник, на этот бесплатник соберем. Мы подстраиваем даты выхода подкаста специально под ваш запрос. То есть понимаете, да, что мы снимаем, например, сразу 5, и далее у кого-то запуск там 10 ноября. Я знаю, сейчас вообще октябрь, ноябрь, декабрь, это пора самых больших денег зарабатывать, да, то есть высокая деловая активность, все хотят покупать, поэтому если не сейчас, то когда делать вот этот вот спринт по деньгам. Короче, Катя вам поможет полностью простроить всю дорогу так, чтобы вы смогли на этом заработать. Причем в абсолютно разных нишах. Да, в чем кайф моего подкаста? В том, что люди, первое, они понимают, что всегда разные гости. Здесь приходит психолог, здесь приходит врач. Там приходит город грехов, сексуальные вечеринки, например. Дальше об этом поговорим тоже. Сколько заработала Аня Фокс, которая у меня была. Дальше приходят там эзотерики. Здесь приходят основатели клуба. Здесь наставники. Здесь там... Ну, то есть абсолютно разные люди. Что их всех объединяет? Это то, что это классные, твердые эксперты в своей нише. И если ты такой, если тебе есть чем поделиться... То, конечно, смотри, вот представь, вот насколько, вот я все время об этом думаю, блядь, насколько же обидно, что столько вот экспертов, которые на самом деле хуже тебя, да, то есть, например, кто-то нахватался каких-то знаний, 1-2 года что-то поделал, дай бог еще, да, и сразу начинает, потому что у него яйца есть, и он начинает сразу ходить по подкастам, снимать рилсы и так далее, заявлять о себе, и все знают про него. И хотя ты знаешь, ты, например, крутой, например, там, я не знаю, ортодонт, например, или крутой врач, или крутой тренер, например, да, а это какой-то там условно самозванец, но он так умеет себя презентовать классно, что все к нему идут, он повышает чек в 5 раз, да, потому что просто толпа людей, а ты такой крутой, как бы всем рассказываешь, что он не очень, но, блядь, какая разница? То есть мне было бы очень обидно, если я крутой эксперт, но об этом никто не знает. Да, может, пора об этом рассказать. Да, кнопка снизу, напишите Кате. Итак, значит, Саша Рыбакова, да, сделала 13 тысяч подписчиков, за 3 дня 10 миллионов, и потом сверху еще больше 10 миллионов, и оставила вот этот отзыв. Привет, Сережа и команда. Я хочу поблагодарить за этот подкаст. Это было потрясающе. Во-первых, мы завели с подкаста воронку в Телеграм. Более 13 тысяч человек. Во-вторых, пришли очень крутые люди с очень хорошей, приятной энергетикой, платежеспособные, и уже в следующие 2 недели подкаст мы окупили в 2 раза. И это просто сразу в моменте. И я понимаю, что дальше эта аудитория, она ведь остается со мной.
и это дальше будет еще увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. Поэтому просто one love, просто спасибо, Сергей, ты был очень крутой в интервью, очень смог меня потрясающе раскрыть, и вся твоя команда нереальные крутейшие профессионалы, просто звезды. Благодарю. Спасибо за отзыв, Саш. Итак, далее, давайте следующий кейс разбираем. Анна Фокс, город грехов, секс-вечеринки в России. 198 тысяч просмотров у подкаста. Вот что написала Аня. Очень узконишевый и дорогой продукт, но и тут топ-результаты. Это прямо она пишет. Только с подкаста оплат на каждое мероприятие от 2 миллионов. С момента подкаста мы провели 9 мероприятий. Минимум 18 миллионов рублей принес подкаст и продолжит приносить дальше. Плюс повесили этот подкаст на сайт, и люди могут его посмотреть и прогреться на мероприятие. Вот, супер важно, да, донести мысль для людей, которые приходят, например, на ваши подкасты. Представьте, у вас есть какая-то база собственных клиентов, база старых клиентов, которые когда-то у вас были, да? И вот эти все клиенты, они что-то о вас знают, они, например, воспользуются какой-то услугой, но за эти 3 там года или там за 5 лет вы совершенно другой, то есть вы умеете гораздо больше, у вас есть крутые кейсы, новые услуги и так далее, но кто об этом знает? Никто, блядь, об этом не знает. Старые клиенты, они там не подписаны на вас в Инстаграме, они за вами не следят, менеджеры их давно потеряли, они там, если вы что-то присылаете, это какой-то спам, но если вы выходите на огромную сцену, по сути, смотрите, 75 тысяч просмотров, средний выпуск подкаста. 75 тысяч, блядь, это олимпийский. То есть в среднем вас смотрит олимпийский. Представьте, что вы выходите на сцену, и у вас выступление, но на котором как бы вашим союзником являюсь я. И я чувак, который 6 лет ведет интервью. То есть я брал интервью там у Аркадия Новикова, у Оскара Хартмана, Игоря Рыбакова, у Black Star, у огромного количества людей, очень популярных, да. И вот этот вот, вот все доверие, которое есть ко мне за там 6 лет подкастов и за 12 лет в Инстаграме, вот это доверие начинает передаваться на вас, потому что люди меня смотрят, вот ты меня смотришь, ты мне доверяешь. Да, ты понимаешь, что я человек серьезный, пиздеть я не буду, пиздеть я не готов. Правильно? Правильно. Поэтому подумай сам, сколько ты смотрел на людей совершенно по-новому, с нового ракурса после того, как посмотрел подкаст. Та же Вика Боня, например, да? Да, кто вот думал, что Вика такая классная, да? Все думали, ну какая-то тёлка с Дома 2. Все вот эти люди, да, ты, скорее всего, еще что-то покупал или вступил в каналчик, посмотрел там, о, прикольно, начал следить и так далее, да? И даже если ты даже не смотрел подкаст, то шума было столько, что ты где-то нашел, наткнулся и далее начал следить. И вот так оно и работает, да? Повышается доверие, повышается медийность. Представьте, что вот армия ваших предыдущих постоянных клиентов, прикиньте, она заходит, смотрит подкаст, такая, вау, блин, крутой чувак. И они делают повторные продажи. Те люди, которые наблюдают за тобой давно, но не решаются купить, они такие, бля, видно, чувак идет в свой рост, чувак идет в медийность, чувак сидит вот за столом Серега Косенко в Дубае, он что-то понимает, пойду-ка я к нему, пока у него цены не выросли в 5 раз. А это, кстати, следующий поинт, как все зарабатывают деньги, это повышают чеки. Сейчас до этого дойдем. Аня заработала 18 лямов, это только то, что они научились считать, когда люди говорят, что они от меня. А представьте, сколько еще людей как бы не говорят, что они от меня, они просто приходят на секс-вечеринку и все. И это только один продукт у них, один эксклюзивный продукт. Прикиньте, если бы Аня еще запустила обучение какое-нибудь сексуальное, еще что-то. То есть 200 тысяч человек, это ее новая армия, которая за ней следит. Далее, следующий кейс. Нина Веркоин. Нина Веркоин, кто из вас знает, напишите в комментариях. Вообще, напишите в комментариях, кто за кем начал следить, кто у кого что купил, кто как подписался и обязательно, кто придет на подкаст. А прямо сейчас, еще раз, смотрите, только на 5 человек действует оффер 4 миллиона 777 тысяч рублей. Ниже цены не будет никогда и не было. 4 777 тысяч рублей. Снизу ссылка, 5 человек. Нина Веркоин, 147 тысяч просмотров. Вот давайте сразу посмотрим, какой отзыв оставила Нина Веркоин. Она мне прям записывала голосовое, а потом еще покупала у меня встречу за 2,5 миллиона рублей. Покупала встречу в Лос-Анджелесе. Давайте посмотрим, что она сказала. После подкаста за 3 недели я заработала четко на твоих людях, которые пришли с подкаста, 45 миллионов. За 3 недели. Очень
благодарен. А они еще всю жизнь будут. Скажите, пожалуйста, как изменилась ваша жизнь после подкаста? Ты как это, знаешь, это золотое яичко, которое для меня лично, да, как это курица с золотыми яйцами. Да. Потому что самое большое количество денег, которое я заработала, это было после твоего подкаста. Вот так вот, ребята, Сергей Косенко, яичко, понимаете, золотое яичко. Цифровые результаты Нины Веркоин. Было 5700 подписчиков в телеграм-канале, на данный момент 17900 подписчиков. Сразу через там месяц после подкаста, через несколько недель, вырос в два раза. То есть пришло, было уже 12 тысяч. Вы можете себе представить вообще, что такое 6 тысяч человек? Это небольшой стадиончик такой забежал к вам в Телеграм, и теперь он знает вас. Это не просто люди, которые там из воронки Reels подписались, ничего вас не знают, потом отписываются. Нет, это ваши фанаты. Конкретно пришли к вам, они понимают, зачем они пришли, они знают, что они хотят покупать. Что я делаю? Очень важно, да, еще вот один пункт. Раскрыть персонажа с абсолютно разных сторон. И вытащить какие-то проблемы в жизни, переживания, ошибки, какие-то страдания, боли, потери и так далее, да? Рассказать всю историю персонажа, показать, знаете, яйца вперед, показать все топовые результаты, которые случились за жизнь, да? То есть это вот, вот эта вот конструкция моего подкаста, может казаться, что я типа, ну просто так разговариваю. Нет, конечно, я 6 лет этим занимаюсь, я профессионально занимался с женщиной, которая работает на канале Москва-24, я профессионально занимался искусством выстраивания интервью. Профессионально этому учился. Ораторское искусство. Работал по актерской истории. Короче, у меня большой бэкграунд. И, конечно же, 12 лет опыта создания контента очень сильно дают мне представление о том, как сделать из человека героя. То есть каждый человек, который ко мне приходит на подкаст, моя суперсила, что я вижу в нем самое светлое, самое мощное, вот то, каким он является на самом деле, он сам себя таким не видит. Потому что на самом деле это двухчасовая коучинговая сессия, когда я просто человека вот прокачиваю, и он рядом со мной такой думает: вау, нихера себе, какой я крутой, нихера себе, какой я масштабный, нихера себе, какой я великий, да? И вот я рассказываю эту историю. То есть вначале я показываю: о, результаты, вперед, деньги, подписчики, какая ниша, популярность, кейсы. Вытягиваю из человека все, что есть, и человек, который, вот, который смотрит интервью, он такой: о, вау, блин, реально прикольно, надо, есть причина дослушать до конца. Далее идет яма. Типа, но так было не всегда. Вот было плохо, вот этот путь. И потом точка, вот здесь вот я что-то понял, и далее у меня все случилось хорошо. И на пути вот этого идет становление продукта, то есть ты проживаешь вместе с человеком его историю. А, вот как он, оказывается, стал психологом, или вот как он, оказывается, да? И ты сопереживаешь этому герою, и далее все. То есть этот человек уже навсегда твой. То есть понимаете, да, что это там, даже если это 30 тысяч просмотров, да, то есть это стадион людей, которые супер прочувствовали, что ты за персонаж, и они теперь являются твоими фенами. Важно рассказать весь путь героя, весь путь становления продукта, цены и так далее, что я делаю на своих подкастах. Нина, 140 человек с подкаста сразу купили продукт, с них сумма 18 миллионов рублей была сразу, 40 миллионов она заработала за месяц еще с дополнительных продуктов премиальных. Понятно, что подкаст окупается мгновенно, да, ее стали там приглашать на интервью после этого, она стала выступать на конфах, там, ну то есть просто качается вот эта вот популярность. Маша Кинош, Юра Кинош, это, помните, с ним подкаст, 69 тысяч просмотров. У Юры консультация стоила 300 евро. После подкаста консультация стоит 1100 евро онлайн и 2200 личная консультация. То есть он поднял цену консультации в 7 раз. В 7,5 раз. Послушайте, вот что Маша говорила мне. Это был прямой эфир у меня там на вебинаре. Расскажи, да, про подкаст. Как подкаст изменил? Ну, во-первых, это медийка, это узнаваемость. Приходят до сих пор люди, все равно пишут: мы посмотрели тебя у Сережи. Вот все, что ты до этого рассказывал про маркетинг, когда тебя ассоциируют уже с человеком, у которого прокачано лицо, то ты сразу же всплываешь у него как некая галочка дорогого продукта. То есть уже перестают быть сомнения. К тебе нету вопросов. Да, к тебе приходит и просто покупает. Просто есть доверие, есть понятная история, есть понятный персонаж, все, у него покупают. В месяц был доход 500 тысяч рублей. Собирали на подкаст по всем друзьям. Сейчас доход 5 миллионов рублей в месяц. То есть в 10 раз вырос доход. Вы можете себе представить? То есть классный специалист, крутой врач, но зарабатывает 500 тысяч рублей. Ну как так можно? Красавец, что пошел, не побоялся и так далее. Вот, теперь в месяц 50-60 сессий, 1100-2200 это цена этой сессии. Десятикратный рост. Красавчики. Это 2 месяца назад произошло. То есть это просто телепорт, понимаете, в новую реальность.
Далее, Мария Кравцова, помните девушка, которая рассказывала про правильное питание? После выхода подкаста собрали автоворонку без запусков. Без запусков, просто автоворонка. То есть, прикиньте, ты приходишь на подкаст, что-то говоришь, дальше ничего не продаешь. Просто с подкаста люди переходят, покупают, идет, получают что-то бесплатное. И это в этом помогает Катя. Получают что-то бесплатное, далее получают, покупают платный продукт и становятся твоими фенами. Вот она заработала 6 миллионов рублей на пассиве, ничего не запуская. А она, кстати, покупала тогда подкаст за 5,5 миллионов рублей. То есть купила сразу. Телеграм-канал вырос на 3000 подписчиков, Инстаграм вырос на 5000 подписчиков. Аудитория лучшая в мире, лояльная и платежеспособная. Запустила новый продукт на эту аудиторию 2 недели назад, плюс 3 миллиона за 2 часа. Это только начало, будем запускать автовеб. Делали тесты без прогрева. Жесть, жесть. Александра Долгова, 30 тысяч просмотров. Из домохозяйки в миллионеры. Саша, 30 тысяч просмотров, то есть супер мало, это самый минимум. 4 миллиона 970 тысяч рублей заработано с подкаста в течение недели, сразу. Можете себе представить? Давайте послушаем ее, что она сказала. Благодаря тому подкасту я заработала в моменте 4 970 миллиона рублей. Но это не вся сумма. Итоговая запуска — это первое. Второе. Про такой классный продукт, как школа блогинга, про мой продукт узнала тысячи людей. В него пришли сотни людей. Теперь его проходят, благодарят меня, присылают мне цветы, хотят быть кураторами и продолжают движение в этом процессе и дальше. И я безумно за это благодарна. То есть жизнь радикально изменилась. 5 миллионов сразу, и, естественно, далее все эти люди, которые подписались, увидели, они дальше покупают, покупают, покупают. И это на всю жизнь. Это не когда-то там на одну минутку, да? Это на всю жизнь. И номер 5, да, важно донести, что этот подкаст — ваша визитная карточка, апдейт всего, что вы сделали в жизни, когда вы можете таки сами на себя посмотреть, показать всем клиентам, всем друзьям, всем знакомым, все будут смотреть подкаст. Люди находят себе там мужей, жен там и так далее, то есть просто потому что, то есть, ну, ты становишься звездой, просто популярный медийный человек. Поэтому, друзья, еще раз, ссылка на покупку подкастов прямо сегодня, специальное предложение, 5 человек, то есть я не знаю, сколько это будет действовать, возможно, через там, вот, через 10 часов или через 24 это уже закончится, но 5 человек имеют возможность купить подкаст за 4 миллиона 777 тысяч рублей. Если вы не окупите подкаст там в течение месяца, я буду очень удивлен. Я таких историй не слышал, да, то есть люди счастливы, что они к нам приходят. Если у вас есть запрос на сразу монетизацию, увеличение чека и продажи в моменте, то это к нам на подкаст. Второе, это медийка, узнаваемость и селебный вайб. Вот если вам за этим, то это тоже ко мне на подкаст. Да, и еще очень важно понимать, что, например, вот Юра Кинош, у них не было денег. Они искали, как-то там искали, бам, сразу окупили. Если ты реально твердый эксперт, у тебя есть твердый классный продукт, то тогда эта штука для тебя. Да, если ты ничего не умеешь делать, то тогда, даже если у тебя есть деньги, но это будет просто неинтересно, бесполезно и так далее. Вот одна девушка, она у меня купила подкаст за 6 миллионов рублей. В итоге я посмотрел, написал ей, я говорю, слушай, давай лучше с тобой рилсы поснимаем. И в итоге мы вот за 6 миллионов рублей сняли с ней 2 рилса в коллабе на Mr. Thank You, плюс 2 дополнительных рилса и 4 отметки в сторис на Mr. Thank You. Там, кстати, сторис смотрят от 2 до 8 миллионов человек, а рилсы набирают там от 10 миллионов просмотров. Поэтому и она такая, вау, конечно, давай. Кому-то, если как бы нет продукта, о котором можно, хочется кричать, заявлять, о котором хочется говорить 1,5-2 часа у меня на подкасте, если такого продукта нет, то, наверное, это не очень. Можете просто, если хотите просто стать популярным селебой, купите просто лучше Инстаграм, Mr. Thank You или русский аккаунт. Позволь этому быть, позволь этому стать тем, о чем ты мечтал, о чем ты мечтал. Let it be. Подкаст — это очень твердый личный продукт, который работает всегда из раза в раз. То есть это не удача. Это не случайно получается, это просто система, это классный продукт, который называется Сергей Косенко, да, который классно раскрывает других персонажей, персонажи расцветают, все это видят, подробно объясняется, в чем суть продуктов, сценами и так далее. То есть вы, кстати, можете посмотреть, да, что во всех других интервью, другие интервьюеры, они всегда такие... Ну, я не буду рекламировать, я там Нет. Бля, если ты крутой чувак, то классно продавать. Почему ты не продаешь? Почему я вот сейчас вот я с удовольствием продаю? Да потому что я знаю, что подкаст
поможет тебе заработать бабки и стать популярным. Я это знаю точно. Мне важно, чтобы я донес до своих людей эту инфу. И если ты чувствуешь вот этот вот огонь, да, и ты понимаешь, что вот как бы вот надо прямо сейчас принимать решение, потому что лучше условий не будет. И как бы, если не сейчас, то когда? Да, еще год пройдет, еще появятся новые звезды, появится новая Юлия Влиева, появится новая Кристина, нумеролог. Да, вот Кристина после подкаста заработала X2. X2 после подкаста, вы можете себе представить? А это, я вам даже скажу, это даже не 100 миллионов рублей. То есть Кристина зарабатывает конкретно очень много. Кристин, скажи после подкаста, как у тебя дела? Супер просто. X2? Да. К запуску? Да. А сколько это денег, не скажешь? Просто такие цифры в слов не произносят. Они просто отбили подкаст, вот там 270 тысяч просмотров, отбили подкаст просто там, не знаю, за 2 дня. 11 миллионов она заплатила. Будут появляться, зажигаться новые звезды. Может быть, пора уже тебе стать этой новой звездой? И важно еще понимать, да, то есть если ты на языке логики, вот, все окупают, да. Если на языке, вот, если вот... Почувствуй, просто закрой глаза и представь. Вот ты пришел на подкаст, вот ты сидишь вот прямо напротив меня. Вот и мы с тобой разговариваем 2 часа. Вот как тебе это ощущение? Представь потом, ты выходишь. Каково это, какое ощущение? Да это пиздец. Это конкретно разъеб, новый масштаб. И ты понимаешь, что на этом просто можно выйти в сторис и продать на 10 миллионов. Просто потому, что бешеная энергия. Ты выходишь и говоришь, блядь, все, я все понял. Вот, короче, ребята, вот мой продукт. Вот моя новая цена. Там, завтрашнего дня будет в 3 раза больше. Потому что, ну, типа, я понимаю, блядь, что это на самом деле, да. Что вот у меня есть внутренняя уверенность в себе. Я теперь понимаю, что будет много клиентов, много заявок, я просто тупо не смогу всех обработать, поэтому цена будет выше. Большинство людей окупают подкаст еще до того, как они на него пришли, просто потому что они продают до подкаста, вносят платеж 10%, например, депозит, да, можно внести за подкаст. После этого выходит сторис, рассказывает, что они внесли, рассказывает свои эмоции, рассказывает, короче, чем они занимаются, наконец-то, говорят чек, берут себе там 5-10 человек в личную работу, да, продают там за 500 тысяч рублей, например, 10 человек, все, 5 миллионов собрали, уже заработали до подкаста, просто на этой энергии, на том, что вы идете, на то, что вы чувствуете, испытываете и так далее, просто делитесь этой энергией со своей аудиторией. Еще раз, это работает из раза в раз. Второе. Это быстрая монетизация по участникам. Причем подкаст остается на YouTube навсегда. Это бесконечный источник трафика. Он постоянно работает, понимаете? Постоянно приходят новые люди, смотрят и пишут потом: «О, я нашел тебя с подкаста Косенко». Дальше. Он подходит абсолютно всем. От инфопредпринимателей до владельцев разных бизнесов. От города грехов до бизнес-клубов, наставников, психологов, нумерологов и так далее. То есть... абсолютно разные ниши. Задача моя, чтобы вы стали самым ярким представителем в своей нише. Вот кто знал город грехов до моего подкаста? Ну, как бы кто-то знал, но теперь это публично номер один на рынке сексуальных вечеринок. Да, и это пиздец. Юлия Ивлиева, ну, не было ни одного подкаста до меня. Теперь все знают, что Юлия Ивлиева самый масштабный психолог. Огромное шоу, очень много подписчиков, огромное количество денег зарабатывает. Очень крутая. И так далее, 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 понимаете? Пора стать первым в своем рынке и пора стать звездой. И вот здесь, внимание, мне нужно собрать продукт, все сделать, короче, а потом все случится. Нет, уже все есть. Ты уже, если ты зарабатываешь хотя бы 1 000 000 рублей в месяц, да, этого достаточно, значит, у тебя есть продукт. Тебе просто надо много клиентов. Просто умножь свой продукт на там 50, 70, 100 тысяч просмотров. Умножь его, просто вот помоги людям, блин, узнать о том, что ты есть. От нас максимальная гибкость, как от команды. Согласование даты записи, выкладки в нужный момент под продающие мероприятия, созвоны по воронкам и идеям, это все делает моя команда для вас. То есть мы конкретно как бы делаем так, чтобы вы не просто пришли, просто там, знаете, 2 часа. Нет, мы прям, это целый процесс. Поэтому ссылка снизу на Катю. Есть факт, что у меня очень много высокочековой аудитории, которая умеет быстро платить и по импульсу. И плюс есть очень много лояльных ребят, кто купит масс-маркет, так как мы постоянно продаем, адекватная аудитория реагирует на продажи. Это, кстати, реально правда. То есть, если кто-то начнет продавать у себя на подкасте, например, Джарахов, блядь, его скажут: вот, мудила, говно, тварь, пошел нахуй, почему ты продался и так далее. Нет, а у меня, да я рожден проданным, я уже продался, блядь, как только родился, понимаете? Деньги, вот у меня передача вообще, я хочу переименовать не по душам, а деньги не пахнут.
Шучу. Ну, то есть, короче, мне кайф продавать, потому что я обожаю продажи, я обожаю деньги. Я считаю, что деньги — это круто, это классно. Да, и поэтому мне круто вот это вот этим делиться. И мне круто, если я вижу человека рядом с собой, что он реально крутой, мне офигенно говорить: блин, идите к нему, идите к нему, идите, поучитесь, да на бесплатную вороночку сходите, да на бесплатный вебинар, ну потом поймете по вайбу, подходит, не подходит. Да, и обязательно подпишитесь на Кристину, и на ее телеграм-канал тоже снизу будет ссылка. Ну, если ваша интуиция говорит, что надо к Саше пойти, вот welcome. И теперь самый важный вопрос, да, ну вы, я думаю, сами посчитали, да, если 30 подкастов я продал со средним чеком где-то 7 миллионов, сколько это? 200 миллионов рублей чисто на подкастах. Сергей Косенко был с вами. Люблю, обнял. Снизу ссылочка. Добро пожаловать на подкаст. Становитесь звездами, становитесь богатыми, счастливыми и популярными. Люблю вас, обнял. Лайк, подписка. Hey! И обязательно зашерьте это видео с тем, кому нужно на подкаст. Вот вы давно ему говорили: блять, бро, тебе пора уже раскрываться, ты такой крутой, почему об этом никто не знает? Да почему они все, блять, вокруг снимают рилсы, об этом говорят, а ты нет? Ты крутой, уже пора. Ссылочка снизу.